спектакль «Обыкновенное чудо» очень сложный, и мы его вывозим впервые. И вот, вот как у нас сегодня все получится, потому что действительно мало времени и на репетиции, мало времени и на саундчеке, и оркестр, который мы не привезли. У нас приехало 60 человек, но оркестр ваш. То есть несколько, конечно, там музыкантов мы привезли с собой, но вообще у нас дирижер, наша дирижер, которая сегодня тоже уже известна по России, ее приглашают везде, она, Александра Чупик, репетировала с вашим оркестром. Король, он разный, у него же много всяких разных предков, поэтому они все на него влияют, он то добрый, то злой. И вообще, очень страшно было за эту роль приниматься, потому что все настолько хорошо помнят, как это делал Леонов, что поначалу, когда приняли эту вещь, я думал, лишь бы не короля мне играть, лишь бы не короля. В результате дали короля. Я специально не делал, как, вот, лишь бы не как Леонов, просто по-своему немножко. Да, ну, он такой самодур, по-настоящему самодур. Ну, позвольте погостить у вас пару деньков. Пожалуйста, пожалуйста. Мы всегда рады гостям. Но мы беспокойные гости. Да это черт с ним. Вы мне нравитесь, хозяин. А почему мы беспокойные гости? Сейчас объясню. Мне кажется, он думает, что он очень хотел бы быть как обычный простой человек. Потому что то, что он находит в людях, то, как они могут жить, то, как они любят, ему этого очень хочется достичь, и он пытается. Ну, не знаю, получается у него или нет. Из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик. Я думаю, эту любовь может почувствовать каждый человек. И нет в этой пьесе ничего такого необычного, какой-то любви, как вы говорите. Скорее, действительно, все происходит между делом. Между тем волшебством, которое для любимой женщины способен сделать близкий человек. Ну, дело-то житейское, жена! Увидев, что я медведь, она меня сразу разлюбит, хозяйка! Мальчик, что ты знаешь о любви? Доброе, ласковое. Я перестаю быть королем, когда вижу ее или думаю о ней. А, друзья мои, какое все-таки счастье, что я так люблю только свою собственную дочь. Шикарный актерский состав, да, поэтому а сравнение только с нашим вот классическим представлением. Наверное, чудо это фильм с нашими знаменитыми актерами. И все равно море впечатлений, море эмоций. Очень рада, что мы сегодня здесь попали. Видели обе фильмы, посмотрели. Видели, да, да. Крылышко, так. Ну это да, Настя узнала. Мы в восторге, очень много смеемся, прям очень классно заряжает настроением новогодним. Яркая, сильная энергетика, очень красивые, да, голоса у актеров. Причем сейчас как в речи, да, так и в песне. Мы же студенты, у нас энергии ноль, пришли такие, вау, энергия, здорово, заряд, круто.
Я точно верю в чудо, особенно в такое предновогоднее время. Кажется, что Вселенная нам помогает поверить в сказку. И я очень сопереживаю героям, и мне зацепила вот эта реплика, что влюбляться полезно. И я думаю, что любовь возможна, если она приходит, загорается, значит, она точно нужна для чего-то, значит, не надо сопротивляться этому чувству, оно прекрасно в любом случае. Я тоже верю в чудо любви, потому что чудеса разные бывают, но вот чудо любви совершенно точно есть, и тому не один пример из жизни. На этом основаны, наверное, все сюжеты фильмов, стихов, песен, потому что везде есть любовь, значит, везде есть место чуду.